Если при слове «ученый» вам представляется солидный седовласый мужчина в белом халате, вы во власти давно устаревших стереотипов. В наше время наука заметно помолодела. Уже в 5 лет юные исследователи проводят собственные научные эксперименты и смело делятся своими изысканиями с коллегами. Интересно, почему магниты притягиваются друг к другу? Давайте разберемся по порядку. Даше Логиновой всего 6 лет, но в этом году она уже во второй раз участвует в конкурсе маленьких ученых. В прошлом году Даше удалось приручить радугу. Она не только разобралась с тем, откуда та появляется, но и научилась сама создавать разноцветное чудо. Нам понадобится контейнер с водой, зеркало и белая поверхность. Опускаем зеркало наполовину и ловим луч. В этом году у Дарьи тема проекта уже более серьезная. На этот раз она разбиралась с магнитными полями. Может ли магнит притягивать металл через картон, а через воду? Как на магнитное поле реагируют сгоревшие спички? Открылись и вовсе удивительные факты. Но больше внимания к вагту приносят пчелы. Они ориентируют свои соты в направлении магнитного поля. Если вы не знали про пчел, не переживайте. Эта информация удивила даже маму юной исследовательницы. Мама – первый Дашин ассистент и помощник. Они вместе готовят исследования, проводят опыты и делают свои небольшие, но очень интересные научные открытия. Каждый раз открывать для себя что-то новое. И во многом, наверное, успех ребенка зависит от родителей и в том числе от воспитателей. Так как в садике воспитатели предлагают тему для опытов очень часто, в рамках образовательной деятельности проводят эксперименты, опыты, мастер-классы. Именно в садике Даша и узнала о конкурсе «Маленький ученый». В нем принимают участие ребята-дошкольники. Их задача – поставить собственный научный эксперимент и объяснить публике физическое явление, которое лежит в его основе. Им в этом с удовольствием помогают родители, воспитатели и студенты технического университета. Наши студенты приходят, показывают опыты и объясняют физические явления, которые лежат в основе этих опытов. Мы знаем точно, что ребята с нетерпением ждут прихода наших ребят. Говорят, что вот политех пришел. В этом году конкурс проходит уже в 3-й раз. Маленькие ученые представили на суд жюри эксперименты с электричеством, молниями и другими интересными физическими явлениями. И все же первое место досталось самому основательному научному изысканию. Дашин ролик про магнитные поля принес ей заслуженную победу. На достигнутом юная исследовательница останавливаться не планирует. В следующий раз ее эксперименты затронут новое научное поле. Теперь Даше интересны животные и их повадки. Следите за новостями в научной сфере. И наверняка совсем скоро вы там встретите Дашино имя. Юлия Шугунова, Владимир Куликов. Новости «Правда ТВ».